И снова здравствуйте, всем привет. Итак, задался я вопросом, как можно вот в эту долину добавить, допустим, траву. Так, смотрим, что у меня тут с полигонами. Видите, тут упрощено, значит, потому что долина была высокополигональной. И что можно сделать? Так, давайте попробуем, значит, какой вариант. Зайдем в Edit Mode. Сбросим все вот это дело, нажмем C английскую, выберем какие-нибудь полигоны, вот эти вот. И вот в эту долину я хочу добавить, допустим, значит, как ее траву. Так, вот тут что-то не выбралось, а ну-ка. C выбираем. По полигонам, там какой-то полигон может убрать ненужный. Так, это дело есть, правая кнопка мыши все это дело сбрасывает. И значит, ну тут пока не надо, главное вот это вот весь вид, да, вот этот вот, чтобы камера снимала, что вот здесь вот есть трава. Так, а ну-ка, C еще тут выберем полигоны, ну пока хватит для эксперимента. Значит так, хотел я тремя способами добавить сюда траву, я их потом покажу. Ни один не подошел, потому что, ну, все эти способы именно частицами, они перегружают, значит, эту сцену, и работать с ней вообще невозможно. Значит так, попался мне ролик, где это, значит, в геометрических нодах делается. Давайте попробуем, получится, нет. Так, делаем Shift D. И, значит, английская P, делаем selection. Итак, появился у меня еще дополнительный такой план. Так, вот этот пока H давайте скроем. N панель, я включу скринкаски, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Зайдем теперь, значит, в геометрические ноды, добавим ноду, смотрим, где у меня вот этот план. Вот он, да? Теперь, значит, добавляем файл импорт FBX какую-нибудь траву. Так, трава. Так, где она тут? S. Так, ну, а ну-ка. Ну, в принципе, пусть тут находится пока. Так, и погнали, соберем вот такую конструкцию. Так, сначала distribute point. Так, distribute point on face. Добавляем. Так, а, не туда я включил, значит. А ну-ка, вот она. Но так, distribute points of face. Появились вот такие, значит, чего-то такое, кубики, да? Следом добавляем join geometry, бац, добавили. Создаем новую коллекцию, и в эту новую коллекцию закидываем вот этот grass, значит, нашу вот эту траву. Так, следом, что еще у нас? Вот это дело оттягиваем. Добавляем instance on point. Пишем просто on. Находим instance on point и сюда подставляем. Все пропало, шеф, все пропало. Да, G, опускаем вот эту ноду и геометрии вяжем на вот эту вот ноду. Так, получается, что, ну, нифига не получается, да? Сейчас посмотрим дальше, что у нас. Дальше добавляем вот эту коллекцию, прям ее вот сюда перетягиваем. Подставляем и, значит, подключаем ее на инстанс. Это можно relation вот это переключиться. Так, следом идет noise texture.
И следом идет матч. Так, фак подключаем к валу, и вот этот, значит, подключаем к скайл. Так, есть такое дело. Так, смотрим, что ни шиша не получается. Зайдем тогда в Edit Mode, английская А, это все дело выберем и создадим группу. Назначим. Зайдем в Object Mode. Зайдем в геометрические ноды. И вы видите, что опять ни шиша не получается. Вот такая штука. На этом, значит, на этой долине у меня нифига не получается. Так, здесь можно Point Disk переключиться. Так, что у нас тут? Ну, давайте посмотрим, что переключимся на Multiply. И Scale по барабану. Так, эта штука тоже относится сюда. Так, это что тут? Видите, ничего не происходит. Может быть, она где-то тут и есть. Так, а ну-ка. В layout зайдем, значит, привяжем set origin 3D так, к курсору. Эту штуку тоже set origin 3D курсору. И вот на этом плане у меня ни шиша не получается. Так, зайдем тогда в Edit Mode, английская А, и подразделим. Ну, допустим, где-то так, английская А, назначим группу. Так, Object Mode, зайдем, выберем вот эту S. Трава, видите, я ее увеличиваю, а ее тут нету просто. Так, опять же выбираем геометрию ноды и смотрим, что не так. Так. Ротацию. Попробуем к ротации подключить. Так, теперь что у нас тут? Детали ни шиша не работают. Ничего этого здесь работать не хочет. Вот на этом плане почему-то. То ли от размеров зависит, то ли... Ну, короче, их тут нет. А подключено все правильно. Вот таким вот образом. Так, а если вот это все копировать? И Ctrl-V ставить на этот цветок. Просто ради прикола. Проверить, как она, значит, копируется, не копируется. Так, тогда это Delete. О, Ctrl-Z. Не Delete, а вот здесь отключим. И получилось у нас, значит, вот такая вот штука, что ни хрена не получилось, да? Возможно сделать шкуру с этой вот плоскости и или значит какую-нибудь другую штуку. Но вот, в принципе, тут не сильно так все изгибается, но ничего не происходит. А ну-ка. Alt-H. А ну-ка, вот они. Так, это значит Shadow. Так, вот какая-то штука тут прорисовалась, да? И назначилась она к другому плану почему-то. А ну-ка. Так, это значит мы отключим. Переключимся на другой план. И на другом плане просто это дело. Она вроде бы там где-то есть. А ну-ка, сейчас попробуем.
Уже размер прям шиздец какой поставил. Там что-то есть такое он, наверное. Так, а ну-ка. Посмотрим. Ни шиша не получается. А ну-ка, еще раз. Угу. Так, если вот эту штуку мы, значит, сделаем S, прибавим, то видите, они не по... Ну, где-то они, может, и есть. Где-то же они должны быть, допустим, да? Так, а ну-ка, план вот эту выберем, семерка на нампаде. Попробуем G поводить вот эту кустик, да? Ни шиша не получается. Вот почему-то на этом плане нифига не хочет он работать, да? Печальная история. Очень печальная. Так, смотрим, что должно получиться. Вот такая штука должна получиться. Вот видите, тут даже анимация есть. Почему? Потому что я прописал вот этому вот. Видите? Сейчас отключу. Значит, анимацию G. Вот я ввожу свой вот этот заготовки. И вот вся трава за мной, значит, ходуном. Это вот все на плане установлено. Так, заходим опять же в геометрии ноды. Вот они, те же самые ноды. Вся та же самая настройка. Та же коллекция. Вот можем relation убрать. И видите, у нас будет маленькая трава. Мы ее будем, можем делать больше и меньше. Так, что у нас тут с настройками? Тут вот где-то повыше, где-то пониже какая-то будет трава. Вот, ну, чтобы не одинаковая была, да? Вот раз, одни вниз уходят, одни вверх поднимаются. Ну, нормально. Так, что еще? По количеству, да? Здесь вот добавляется количество их. Бэмс, бэмс, бэмс. Сколько мы хотим. Но, тем не менее, видите, не растет полигонаж, и все работает нормально. Ну, в смысле, это... Полигоны, да, не растут. И все легко. Вот нодами... В геометрии вроде бы нормально, но на мой план пока это дело не прикрепляется. Если кто-то сейчас знает, почему это дело происходит, напишите под роликом. Так, ну вот это вот такой вариант. Теперь New General Don't Save. Смотрим, какие еще есть варианты. Shift A, Mesh, план. Делаем S. Вот так вот. И значит, на этот план файл импорт, опять же добавим какую-нибудь траву, вот пускай будет эта трава. Вы так, уберем ее G подальше, сделаем S побольше, чтобы пока видеть. Выберем план, зайдем, значит, партиклы, плюс партиклы, higher, так, advanced, размер, значит, уменьшаем. Ставим побольше их. Ну, тут 1000. Давайте 5000 поставим. Так, теперь следом заходим в физику. Так, New World. Находим рендер, рендер, рендер. Ротация. Так, так, так. Браунс вот это поднимаем толщину. Так, вот у нас что-то этакое тут получилось. Вот такая штука. Так, теперь что у нас? Boids. Network. Зайдем, значит, добавим новый материал и добавим зеленый цвет.
переключимся, посмотрим. Так, ну где-то вот такая штука получается, да? Так. Переключаемся опять же на физику, адаптив. Так, это та-та-та. Что тут еще можно сделать? Так, броунинг. Так, то получается вот такая вот трава. Так, если мы ее выберем и попробуем еще, значит, что у нас тут есть? Ротация, вертикалы. Высоту вот поднимем. Сид. Вариация вот такая. Значит, тут есть еще броунинг. Видите, можно еще больше его поднять. Где-то 400, в принципе, хватит, да? Так, драг. Дамп. Вот такая штукенция, да? Ее можно отключить. Так. Кейнг. Попробуем. Бойерс. Фигня какая-то. И, ну, такая штука, да? Так, а ну-ка, выберем еще материал и поставим какой-нибудь потемнее, да? Вот, также можно пшеницу фальсифицировать, да? Вот. Ну, в принципе, получается как-то вот такая вот трава. Итак, теперь, значит, опять же создаем партиклы, higher, advanced, найдем рендер. Где он тут находится? Ротация. Тен-тен-тен. Сапент. Сейчас. Фейс. И все нормально. Разгнул. Рендер. Вот он. Находим рендер. Находим объект. И выбираем, значит, тут в этой функции наш вот этот куст. Так, что у него тут есть? Скайл есть. Нужно теперь ротация. Ротацию. Вот мы его сейчас повернем, покрутим. Так, где он тут не хочет? Так, а ну-ка, пардоньте. Так, где у нас тут настройка? Так, драг тоже можно повышать. Скайл. Object, так, Object Scale, а ну-ка, во. Вот и поднимем сейчас траву нашу, так, опа. Вот таким вот образом. Так, и чуть-чуть. Ну, вот трава стоит. Теперь заходим опять же на наш план, заходим, ставим количество, допустим, 3000, чтобы нормально было. Так, теперь размер, видите, можно травы уменьшить, не вопрос. Можно побольше сделать. Сид, вариацию тоже можно сделать. Симплы, тоже сегменты, пусть будет 2. Так, ротация. Что у нас с ротацией? Так, рандомизация. Рандомно, чтобы были. Так, одни туда, одни сюда. Следом, ну, вес не нужен. Бонден, тут это тоже, видите, можно его сделать попышнее траву. Так, если сделать шейдер смут, и тут тоже шейдер смут. Так, что еще у нас получается? Ну, в принципе, что? Object Scale. Вот можно больше делать, регулировать как-то тут все настраивать. В
В принципе, трава выглядит неплохо. Вот. Так, если мы G. Так, куда ее тут можно покрутить еще? Ну, вот эту туда, эту сюда. В принципе. Ну, вот таким вот образом. Вот. Меня бы устроило, да, на равнине, если вот так вот сделать. Вот таким вот образом. В принципе, такая трава и пойдет. Там уже текстурки внизу бы были, и в принципе зашибись. Там ходят бизоны, что-то там кушают, да? Но это займет 6 лет, сколько у меня памяти, наверное. Так, давайте попробуем файл open долину найти, don't save. Так, вот это я все... Итак, опять долина. Давайте выберем вот эту долину. Выберем какую-нибудь часть. Опять же, Edit. А ну-ка, ставим на полигон и делаем C английскую. Тут вот эту вот долину выберем всю. В принципе, больше и не надо, да? Так, теперь делаем Shift D. P Selection. Object Mode, опять же создаем новая коллекция, переключаемся на коллекцию и импортируем в эту коллекцию. Так, где она тут у нас будет? Импорт FBX какую-нибудь траву. Так, что еще? Так, трава S, чтобы ее видеть. Добавляем, значит, на нашу вот эту штуку плюс партиклы, добавляем higher, и вы видите, что здесь, ну, в принципе, хреновастенько так все это дело будет. Почему? Потому что нужно зайти, значит, в edit mode и сделать A, и это дело все подразделить. И желательно побольше, а побольше это уже будет тяжеловато, значит, моему ноутбуку. Ну, попробуем, что получится. Это тут еще никто не скачет, никаких событий не происходит, дополнительных линковок. Так что смотрим дальше. Создаем плюс. Higher. Опять же, Advanced. Здесь уже ставим 1010. Не, ну давайте пока 5, ладно. Пока 5000. Размер уменьшаем. Где-то ставим... Сколько там у нас трава должна быть? 0,67 метров. Ну, тогда ее, видите, возможно, будет не видно. А большая она нам тоже не нужна. Тогда заходим в рендер, находим опять же объект, мотаем, находим нашу вот эту траву. Так, теперь что у нас? Scale. Так, подождите, теперь где у нас ротация? Так, так, так. Ротация. Так, рандомизация. Так. Дальше галочку Object Ротация ставим. Так, Ctrl-Z. И выбираем нашу вот эту траву и попробуем ее R покрутить. Так, G приподнимаем, R. Вот так. И значит... Что-то в этом духе. Так, ну, в принципе, что? 12 000, 13 000 трисов. Так, а ну-ка. Вроде бы сцена не загружена, но
Если сейчас вот это все дело, значит, попробовать поставить не 5000, а, допустим, ну, давайте потихоньку, 8000. Смотрим. Так, а ну-ка. Видите, тут, в принципе, прорехи есть, не столь важно, да, S. Можно траву еще уменьшить. Так, ну если здесь будет кто-то пастись, они какую-то часть займут, задний фон закроют, в принципе, можно и этот вариант использовать. Но больше я здесь не поставлю. Если я сейчас буду полигонаж добавлять на этот план, чтобы больше полигонов было, ну тогда будет уже. Давайте посмотрим, что будет. Так, а ну-ка. Сабдивайды. Вот, больше не буду ставить. Так, смотрим, что произошло. И тогда еще что можно сделать? Так, ну это размер я меняю, метров сколько, да? Видите, если я ставлю меньше, то на всю эту площадь, сейчас посмотрим, что получится. Трава вроде есть, но вид мне ее не нравится. Если ее будет больше, конечно, будет, конечно, симпатюшней, красивее вроде как бы, да? Вот можно ее заанимировать, чтобы она так мотылялась. Ну, в принципе, что, вид фактически неплохой. Если добавить одну траву, потом еще где-то кустарников чуть-чуть добавить, то будет, в принципе, нормально. Но у меня, видите, уже он как бы подтормаживает заметно, да? 93 тысячи. Вот. Сейчас. Больше 8 тысяч я не поставлю. Не хочу, потому что потом будет напряг, и это будет уже не есть гуд. Так, еще вот с травой разобраться. А ну-ка, set origin 3D геометрии. Во. Видите, если больше траву делать, она смотрится вообще шикарно, да? Но в такой долине вот ее должно быть больше, но она должна быть меньше. Если выберем сам вот этот план, допустим, да? Где-то пусть вот таким вот образом. А здесь сделаем S. Вот, видите, что, ну вот так она еще куда б ни шла, да? Как бы кучнее. Можно, в принципе, ее и так использовать. Так, да? Так, Ctrl-Z. Ну, в принципе, что? Можно ее, да, и растянуть даже. Вот, она так еще будет прикольней. И вот эту часть, значит, тоже как бы растянуть, если. Так, раз мы ее растянули, то траву можно тогда как бы сузить, да? Ну, для какой-то сценки, в принципе, что пойдет, если здесь кустиков добавить, бизонов пустить, уже все-таки картинка будет какая-то. Ну, вот это, значит, такие вот варианты. Если вот этот, значит, вот эту траву заменить картинками,
Но когда будет по ней идти, значит, главный персонаж, то будет видно, что это картинки. Но будет полегче, значит, вот с этим делом и более так, возможно, даже симпатичнее. На дальний план можно картинки, а на передний тогда вот, где будет происходить вот эта сцена. Допустим, вот смотрите, если сейчас вот должен тут скакать на лошади, вот допустим, ну вот я поставил, там все небо, там что-то какая-то пыль. И вот здесь должен проскакать, допустим, главный герой с напарником, да? Ну вот это получается где-то вот в таком духе. Вот они тут скачут. И вот этого вот участка, в принципе, должно хватить. Но если делать облет, если показывать, допустим, с высоты вот так вот всю долину, ну хотя бы не всю, но вот таким вот образом, да, вот, то это уже будет проблематично, я думаю, лично для моего ноутбука. Нодами, конечно, было хорошо, но на ноды, наверное, тоже нужно дофига подразделять вот эту вот, значит, часть. Ну, буду пробовать. Кстати, как нода настраиваться будет в группе, если кто-то хочет, попробуйте там на полигоне или еще где-то. Так, есть еще вариант, значит, тут вот с этого плана, с этой долины, снять, короче, шкуру. Вот полностью шкуру снять и подразделить ее потом. Ремешнуть и на нее наложить вот этот вот цвет вот этот, а потом заполнить травой. Ну, тоже как вариант. Словом, вот пока сделаешь индейцам место для проживания, это вот такие, значит, вопросы возникают. Так, еще есть варианты. Какие варианты? Как я добавлял, значит, золото, ну, алмазы, значит, в пещеру Аладдину, можно еще так добавить. Ну, думаю, будет тоже не очень вид. Так что буду вот эти ноды пытаться сделать. Итак, все, всем пока, до свидания.